Наверное, многие из вас заметили необычный арт-объект возле Нордхауса. Обновленный сквер теперь украшает скамейка примирения и красивые фонари, мимо которых мы не смогли пройти мимо. Изначально одинокая скамейка расположилась возле 17-й школы, где находится сквер страховщиков. Скульптурная композиция – подарок Якутску ко дню его рождения от группы компаний «Стерх Сахамедстрах». Спустя время стало понятно, что место расположения скамьи примирения не совсем удачное. Нашлись новое место и человек, который в дополнение объекту сделает что-то еще похожее по стилю. Мне самой, да, эта скамейка очень нравится. Ее заметила моя подруга еще, когда она приезжала с Краснодара. И я ее вообще не замечала до этого. Она сказала: вот здесь есть такая скамейка, пойдем пофотографируемся там. И действительно, она очень такая красивая и декоративная, но это видно только, когда к ней поближе приглядишься, подойдешь. Поэтому для того, чтобы ее подчеркнуть, мне как-то сразу пришло в голову о том, что как-то пытаться с ней спорить, наверное, создавать что-то дополнительное, чтобы с ней спорило, это было бы изначально неправильно. Поэтому я сразу настроилась на то, что это будет какая-то сюжетная линия, допустим, да. Фонари эти будто живые. Они не только освещают, но и укрывают своих гостей от дождя и снега, держа в руках зонтики. Таким образом, объекты призывают не просто помириться тем, кто в ссоре, но еще и оберегать друг друга и обращать внимание. Они же как живые, получается. Они как два живых фонаря, которые держат один зонт и помогают так людям сблизиться, да? Ну, от того и скамейка примирения, она же форму еще имеет такую, с углублением, чтобы люди рядом сидящие могли друг к другу прислониться, да, даже малознакомые. Помириться, обняться там. Хотелось продолжить эту сюжетную линию, чтобы эта история продолжилась и подчеркнулась за счет этого. Хочу еще сказать, выразить благодарность Ирине Дмитриевне, главному архитектору, и еще Айталине Анисимовне. Потому что действительно это как приз, который я выиграла и который дал возможность реализоваться. Для Устинии эскизы данного арт-объекта – первый большой опыт. Благодаря специальному призу от мэрии на прошедшем биеннале 2016, который проходил этим летом, девушка смогла реализовать свои возможности. Думаем, для Устинии это удачный старт в ее области. И надеемся, что обновленный красивый сквер во главе со скамейкой примирения станет одним из излюбленных и популярных мест для горожан и гостей столицы.